В воскресенье в Таиланде состоялись выборы в парламент. По предварительным данным, победу одержала оппозиционная партия Пхаатхаи, что в переводе означает «для Таиланда». Она состоит из сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата и имеет большую поддержку краснорубашечников. Лидер партии, 44-летняя сестра Таксина Чиновата, которую зовут Чиновата Йинглак, вероятнее всего, станет первой женщиной-премьер-министром в истории Таиланда. Некоторым жителям Бангкока такой расклад политических сил нравится. В стране будет лучше. Я хочу, чтобы женщина выиграла и стала первой женщиной-премьер-министром. Согласно предварительным опросам избирателей, партия для Таиланда получит значительное большинство мест в парламенте, что может позволить ей сформировать однопартийное правительство. Голосование проходило с 8 утра до 3 часов дня. На избирательные участки пришло почти 75% избирателей. На этом участке из 693 человек, имеющих право голоса, на выборы пришло 517, что составляет около 74,6%. Это были 26-е выборы с 1932 года, когда страна перешла от абсолютной монархии к конституционной, установив демократию. Многие надеются, что они помогут Таиланду выйти из 6-летнего кризиса, который сопровождался кровавыми протестами, репрессиями и растущей напряженностью между богатым и бедным населением страны.